Малое и среднее предпринимательство в последнее время в городе набирает обороты. Администрация выделяет все больше финансов на реализацию различных бизнес-проектов. В прошлом году малый и средний бизнес в городе получил от администрации на становление бизнеса около 7 миллионов рублей. Администрация города Кумертау ежегодно проводит конкурсы на выделение финансовой поддержки предпринимателям нашего города. И, конечно же, в первую очередь мы стараемся уделить внимание новичкам, то есть тем, кто только что организовал бизнес. Те предприниматели, которые создали свой бизнес, они в течение года могут подать именно по виду поддержки на начальной стадии становления бизнеса или так называемый стартап. Количество получателей этих поддержки ежегодно у нас растет. И вот про успешность, если посмотреть, конечно же, у нас есть, ну, как минимум 4 предпринимателя успешные, которые взяли деньги на стартап именно по этому направлению и смогли открыть или какое-то кафе, или организовать там шиномонтажный центр. Так, в рамках этой программы общество с ограниченной ответственностью «Яркий мир» получил около 900 тысяч рублей. На эти деньги было куплено оборудование. Например, такой, как лазерный гравировщик. Теперь мы можем не только делать сувенирку с помощью полиграфических возможностей, но и еще и гравировать. Это огромный принтер, который позволяет работать с многочисленными материалами. Достаточно интересная новая игрушка, штучка, вот, которую мы активно осваиваем. Вот, и, в общем-то, будет и уже есть уже новые подарки, новые возможности. В общем-то, интересно для горожан и интересно, я думаю, будет и для нас самих. Уже есть. Компания также занимается изготовлением сувенирной продукции, цифровой печатью и не только. Посетил наша съемочная группа и «Гранат Лофт Кафе». Ресторан расположен на 4-м этаже в здании «Дом быта». Из окон заведения распахивается прекрасный вид на город. Предприниматель Светлана Сосипатрова получила 600 тысяч рублей на поддержку бизнеса. Закупили большое количество оборудования для кухни. По словам Светланы Вячеславовны, для нее это был неожиданный шаг. Мы никогда не думали, что мы будем заниматься именно ресторанным бизнесом. Да? Так скажем, становимся начинающими рестораторами. Но это настолько интересный вид деятельности, что захватывает с каждым днем все больше и больше. Дело идет неплохо. В ближайшее время ресторан будет расширяться. Уже начались работы в комнате отдыха, где планируется караоке-зал. Еще один предприниматель, получивший поддержку, Роман Рахман. Вначале хотел открыть небольшой отдел для продажи развесного чая и кофе. Но помещение, снятое в аренду по улице Горького, оказалось большое, поэтому решил плюс ко всему открыть и кофейню. 18 декабря состоялось открытие, и уже есть постоянные клиенты. Кафе замечательное, я бы даже сказал, уютная домашняя обстановка. Бываю здесь довольно часто, так как близко очень работаю. С утра заходим с друзьями по чашечке кофе и, как говорится, приступаем к работе. Вечерами бываем даже с семьей заходим. Выпечка вкусная всегда, свежая, кофе свежий. Я очень доволен, что в городе открылось такое кафе. Роман Валерьевич на полученные от администрации 300 тысяч рублей приобрел кофемолки и кофемашины. Кроме того, в продаже есть кондитерские изделия, а именно торты, пирожные и известные изделия европейского образца – пончики. По словам посетителей, цены в кафе приемлемые. Тут довольно-таки доступные цены. И также меня привлекает то, что у нас в городе один эспрессо-бар. Все три предпринимателя получили поддержку в том году. На сегодняшний день же перед городом стоит самая сложная задача – освоение средств из федерального и республиканского бюджета. Сейчас продолжается конкурс. Мы распределяем деньги из республиканского и федерального бюджетов. В планах у нас на эти виды поддержки выделить порядка 20 миллионов рублей из тех 95, которые смог город привлечь в этом году. И эти 20 миллионов рублей мы планируем распределить между 45 предпринимателями. Вот эти стартаповцы нам очень интересны, потому что интересно даже за ними смотреть, когда из практически вот на пустом месте, беря какое-то помещение, которое, ну скажем, не использовалось, довольно-таки бывает, что ну, там какие-то развалины какие-то, да, и они все это преобразуют, украшают, очищают и поднимают этот свой бизнес, устраивают людей. И получается такой вот как бы симбиоз такой вот, ну, хорошего, успешного дела. В начале октября стартует второй конкурс. Прием заявок от бизнесменов предварительно продлится до ноября этого года.